В обновленном выставочном зале народно-художественных промыслов работы местных мастеров пока представлены скромно, но к моменту официального открытия, которое случится 20 ноября, обещает, все помещение будет заполнено новыми интересными шедеврами. Всякие техники, и швейные, и плетение, и мыловарение. Ну все, абсолютно все. И все сделано собственными руками, с любовью. В Слободском много талантливых людей. Мастера, которые занимаются народным художественным творчеством, в 2016-м создали общественную организацию «Ремесленная Слобода». У них появилось помещение, отведенное под выставочный зал. Оно требовало ремонта, собрались, в рамках ППМИ осилили. Рады, что снова могут представить свои большие и малые произведения здесь, на выставке.